Добрый день. Сегодня у нас в гостях Саги. Это представитель компании Cardo. И сегодня он ответит на один из самых часто задаваемых вопросов. Как приконнектить гарнитуру Pactoc Bolt и, в принципе, любую гарнитуру, обладающую DMC, с гарнитурой линейки Freecom, которая DMC не обладает. Саги, прошу. Привет всем. Начнем с Freecom. Включаем его. Теперь Pactoc. Pactoc мигает зеленым цветом, это значит, что он находится в режиме DMC. Переключим его в режим Bluetooth. Нажимаем один раз на вот эти две кнопки, начинает мигать синим цветом. Он теперь в режиме Bluetooth, так как и Freecom 4. Держим 5 секунд кнопку интерком на Freecom, начинает мигать красным. Переходим на Pactoc, держим 5 секунд кнопку интеркома, тоже начинает мигать красным, и ждем. А долго ждем, Саги? Поиск длится до 2 минут. В течение этого времени это должно случиться. Это бывает по-разному. Будем надеяться, что это случится быстро. Скажи, а влияет ли марка производителя, гарнитуры, если мы коннектим это через... Сконнектились. Да. Какой вопрос? Как влияет марка гарнитуры на то, чтобы вот спариться по интеркому? То есть сколько времени уходит? Также где-то около 2 минут? 2 минуты – это максимальное время поиска друг друга. И часто находят в первые полминуты. И, как вы видели, загорелись 2 красные лампочки. Они сконнектились. Теперь они моргают вместе периодически синим цветом. Теперь мы можем нажать на кнопку интеркома на Freecom или на Pactoc и откроем канал интерком. Нажмем на Pactoc. Они подключились, теперь они оба моргают вместе 2 раза, каждые 2 секунды. И теперь они говорят. Один слышит другого. Вот и все. Спасибо, Саги.